Верность традициям вновь продемонстрировал один из ставших не просто известным, но и любимым буявлянами магазинов – ювелирный салон «Золотой стиль». В начале нового года здесь подвели итоги традиционной новогодней лотереи, участниками которой становятся покупатели салона. 23 января состоялся розыгрыш призов. Лотерея длилась 2 месяца, с 15 ноября. Тот, кто за это время приобрел в «Золотом стиле» ювелирное изделие, автоматически стал участником лотереи. Из сотен покупателей были выбраны 20 счастливчиков. Согласитесь, цифра внушительная. Салон представил к розыгрышу 20 украшений – 10 серебряных и 10 золотых. Напомним, что эти изделия, как и все драгоценности в магазинных витринах, представлены известными ювелирными компаниями-производителями. Среди них «Платина», «Аквамарин», «Соколов», «Красносельский ювелир», «Моском» и многие другие. Разыгрывала призы постоянная помощница «Золотого стиля» Леночка. Именно она своей легкой рукой доставала из барабана купоны удачи. Мы очень долго ждали, вот и розыгрыш в «Золотом стиле». Сначала барабан заполнили так называемыми серебряными купонами. Дорогие телезрители, время дарить серебряные подарки. Начнем розыгрыш. В розыгрыше 10 великолепных украшений из серебра. Ну что, волнуетесь? Барабан крутили 10 раз. Первый счастливчик. Обладательницей серебряной броши стала Валентина Михайловна Кондакова. Давайте узнаем, кто следующий будет победителем. Серебряный браслет достался Елизавете Водопьяновой. Ирина Николаевна Шувалова выиграла серебряное колье. Барабан продолжает крутиться. Вот и еще победитель. Им стал Андрей Михайлович Васин. Выпавший ему приз – серебряная цепочка. Как же я завидую 6-му победителю. А стала 6-м победителем Екатерина Леонидовна Любимова. Ей в качестве приза выпал гарнитур из серебра, серьги и кольцо. Гарнитуры достались еще 5 счастливчикам. Итак, комплекты из серебряных сережек и кольца получат Ирина Валерьевна Петухова, Ольга Александровна Чундукова, Ольга Николаевна Шабалова, Алла Павловна Стюба, Светлана Константиновна Сухарева. Настало время разыграть роскошные золотые украшения. Разыграем золотишко. Сотни золотых купонов заполняют барабан. А вот и золотая десяточка. Вращаем барабан. Ой, как я волнуюсь. Фортуна начинает вновь крутить свое колесо. Через считанные минуты станут известны имена еще 10 победителей. Сколько шансов на победу? Сейчас кто-то озолотится. Ну что, интрига? По итогам золотого розыгрыша золотые подвески выиграли Эмма Вячеславовна Сорокина, Татьяна Вячеславовна Золотова, Антон Геннадьевич Яблоков. Еще один золотой подарочек. Золотой браслет получит Наталья Александровна Смирнова. Ну вот и следующий приз. Хозяйкой золотой цепочки стала Наталья Евгеньевна Митюкова. 2 счастливчикам достанется по подвеске с бриллиантом. Их владельцами станут В.С. Нечипаренко и Инна Михайловна Гойса. И, наконец, 3 главных приза и 3 имени их хозяев. Кольцо с бриллиантом выиграла Светлана Васильевна Дубова. Серьги с бриллиантами и сапфирами – это выигрыш, выпавший Инне Евгеньевне Палкиной. И главный приз – золотые часы – достаются победителю новогоднего розыгрыша от ювелирного салона «Золотой стиль» Алевтине Владимировне Спорышевой. Участие в подобных ярких, как сами драгоценности, акциях позволяет людям действительно поверить, что в Новый год стоит ждать подарков, стоит ждать маленького чуда. Ждем давно мы Новый год, ждем подарки, хоровод, звездной ночи, волшебство и Христово Рождество. Елка, бусы, мишура, Дед Мороз придет, ура, расскажу ему стишок, даст он мне конфетный шок. Снегурочка придет, сказку ангел принесет. Скажем дружно раз, два, три, наша елочка гори. Вспыхнут звездочка огни, как всем нравятся они. Все исполнятся мечты, счастье люди вам любви. Всех победителей, кому в этом новом году улыбнулась удача, ждут в ювелирном салоне «Золотой стиль» в субботу 30 января в 11 часов на праздничную церемонию вручения выигранных подарков. Ювелирный салон «Золотой стиль» благодарит всех покупателей, которые приобретал золотые и серебряные изделия, а особенно участвовал в розыгрыше. Верьте в волшебство, как в вечную, никогда не выходящую из моды красоту драгоценных металлов и камней. Вместе с «Золотым стилем».